И снова в лидерах «Беларусь-622», лауреат конкурса «Лучший товар Беларуси» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Несмотря на малые габариты, трактору под силу обработка земли, уборка урожая, сбор мусора и перевозка грузов. Среди плюсов – экономичный расход топлива и мощность двигателя. Технику можно увидеть на полях стран ЕС, СНГ, Африки и Азии. Спереди можно прицепить к нему отвал, сзади можно прицепить щетку, пескоразбрасыватель, косилку, прицепы до 4,5 тонн нашего производства. То есть трактор удобен для использования при уборке территории. Награду за зеркала заднего вида 5-й год подряд получает и «Универсал Бобруйск». В месяц на предприятии производят 50 тысяч единиц востребованной продукции. Устройство изготавливают для техники МТЗ холдинга и Петербургского тракторного завода. Качество соответствует всем национальным стандартам. Над созданием товара с лейблом «Made in Бобруйск» работают 378 человек, 53% из которых – инвалиды по слуху. Мы развиваем качество и внедряем его во все процессы, начиная от проектирования и выбора поставщика, продолжая производством, обучением персонала. Мы должны оставаться поставщиками высокого качества. В будущем мы планируем также развивать дальше систему менеджмента, в том числе развиваться на соответствие требований стандартов международных. В числе лучших и техника Бобруйска «Громаша» для внесения твердых органических удобрений. На счету МТУ-18 и диплом Гран-при международной бизнес-премии «Лидер года 2022» по программе импортозамещения. Модель на 100% состоит из белорусских комплектующих. Помимо внутреннего рынка, товар востребован в России, Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии. Все начиналось с 4 машин. Были 2 машины для внесения твердой органики и 2 машины для внесения жидкой органики. С учетом того, что трактора становились более энергонасыщенные, и появилась машина, которая увеличили грузоподъемность. То есть начинали с 7 тонн, сейчас достигли уже 24 тонн. Знак качества и любовь потребителей уже не впервые завоевывают торговые марки «Адериха» и «Рафини». Завод растительных масел. В ассортименте бобруйского бренда 20 наименований. Весь процесс создания от маленькой семечки до готового продукта под строгим контролем не только специалистов, но и современного оборудования. Производство позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн качественного товара без консервантов и ГМО. Рапсовое масло отлично подходит для овощного салата. Продукт в сыром виде сохраняет полезные свойства – омега-3, 6 и 9, плюс витамины Е и К. Лауреатов конкурса с помощью опроса среди потребителей определяет госстандарт. Свои голоса отдают свыше 37 тысяч белорусов. В Могилевской области лучшими становятся 277 товаров. Статус «Новинка года» получает продукция бабушкиной крынки. Йогурт греческий, копченый сыр «Косичка Чечил», напиток на основе сыворотки с соком «Тропик» и сырок «Веселые внучата» с начинкой «Крема Колада». Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.